Магазин VIPtime представляет видеообзор наручных часов Seiko коллекции Kinetic Divers 200 метров. Данные часы подходят для плавания с аквалангом, так как имеют маркировку Divers. Заводная головка завинчивается. В положении 3 часа расположено окошко с датой. Эта кнопка, она показывает индикатор запаса хода. Судя по тому, на сколько секунд сразу же убежала секундная стрелка, можно определить, какой запас хода у часов. Механизм здесь кинетик, то есть в часах встроен маятник, который своим вращением заводит аккумуляторную батарею. Безель вращается в одну сторону. Стекло в данной модели минеральное. Заказать эти часы вы можете на нашем сайте VIPtime.ru. Спасибо за ваше внимание.